Автор порядка 200 картин, лучшие из которых представлены на персональной выставке Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина, Илья Харитонович, начал свой творческий путь с 3 лет. Уже тогда в мальчике заметили талант и решили определить его в образцовую студию «Декор», в которой он занимается на протяжении 11 лет. За это время успел показать себя как усердный и талантливый ученик. Илья очень такой ответственный ученик, увлекающийся. И, конечно, он любит рисовать, любит трудолюбивый. Работы, представленные на выставке, ассоциативные работы, в которых можно увидеть тонкий мир, как художника, так и зритель может пофантазировать и найти что-то свое. Илья изучал творчество таких знаменитых художников, как Марк Шагал, Пабло Пикассо и Казимир Малевич. Их работами он вдохновлялся, поэтому большая часть выставленных картин выполнена в стиле абстракционизма. Произведений юного художника на выставке немного, но каждая из них особенная. Это мои любимые и одни из последних картин. Я выбрал их именно потому, что они выполнены в тех стилях, которые мне больше всего нравятся, а также потому, что я смог вложить в них все свои лучшие навыки. Моя любимая картина – это «Одинокий парус», выполнена в масляном стиле. Мне очень нравится масляный стиль, так как он достаточно легкий, а сами цвета, они сочетаются друг с другом. Также можно смешивать разные цвета, из-за чего будет получаться еще более красивая картина. Сама картина для меня далась очень сложно, я делал ее около недели. Илья за время своего творчества выступал и побеждал на различных конкурсах, в том числе и на международных. Молодой художник не планирует прекращать занятия искусством, свое будущее он свяжет с ним, планирует стать веб-дизайнером. Познакомиться поближе с работами Ильи Харитоновича можно будет в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина до 27 июня. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.